Здравствуйте, друзья! Сегодня 16 декабря, в Москве 20 градусов мороза, но это не остановило многих и многих, пришедших сегодня в План Б на фестиваль «Рок-герой». Этот фестиваль знакомит нас с новыми героями в мире рок-музыки. И сегодня проходит один из завершающих концертов в этом году. Открывают сегодняшний вечер группа «Хаги Траггер», которые сразу же увлекли в новогоднее настроение песнями «Снегурочка» и «Сказками про Деда Мороза». Солист Александр Шестоперов в новогодней шапке устраивает целое театрализованное представление с танцами и шутками. Ну, первым всегда играть тяжело. Ну, назвался Грузнем, так сказать, полезай в кузовок. Вот, я думаю, где-то к середине второй песни уже все подтянулись, мы всех разогрели, и дальше было еще веселее. Московская группа «Место сдается» существует 2 года. Как утверждают ребята, играют рок таким, каким они хотят его видеть. Недавно записали первые 5 песен на профессиональной студии, и этот опыт привел их к реализации мечты любого музыканта. Да, вот мы решили сэкономить деньги и сделать свою собственную студию с Блэк Джеком. Мы ее почти осуществили. Вот. Этот год завершать это очень хорошо. Да? Группа «Яго и Абу» исполняют альтернативу и инди-рок. Ребята уделили немало внимания своему имиджу, играют очень динамично и мега эмоционально. Где черпаете вдохновение? Это озеро в Москве. Мы оттуда черпаем немножко. Как сегодняшнее выступление вам по эмоциям? Круто. Это было после концерта, меня чего-то насадили, фанаты. И руку целовали. Они меня схватили и не отпускали. Очень необычная группа из Читы и «Маргинал Шоу». Трип-хоп, как указано в их пресс-релизе, или психоделический шансон, со слов самих участников. Философия у нас такая, что жизнь не заканчивается тем, что есть сейчас, и что есть что-то за гранью этой жизни. Да, мы сейчас записываем 2-й альбом, заканчиваем записывать его уже. На студии «Рок-героя». Большое спасибо Владику Самойлову за то, что он нам предоставил такую возможность. Нас очень многому научили люди, которые там работают. Вот-вот готовится к выходу довольно известная московская группа «Просто Мария», которые завершают сегодняшний фестиваль «Рок-герой». Привет-привет! Хотим поразить нашим творчеством и нашими улыбками всю аудиторию, которая сегодня собралась на этом фестивале замечательном. Но я несу позитив, энергию, отрыв, ураган эмоций и хорошее настроение. Мне хочется передать свои позитивные эмоции всем пришедшим людям на концерт. Порвем позитивом! Спасибо! Вот и подходит к концу фестиваль «Рок-герой», благодаря которому в этом году выступили более 200 новых групп и уж не меньше 5000 зрителей услышали мегатоны самой новой и самой честной музыки.